Good morning. Оба. У нас два дня осталось, а до чего? Что нам надо собрать? Нам надо 3000 просмотров набрать. Короче, погнали. Я бери камеру, я беру. А, у меня фонарь есть, все, погнали. У тебя фонарь есть, все. Погнали, понеслась. Давай, можно только на нормальную планету. Так, тут одна планета, но она может меняться. Все, ты тыкнул. Я тыкнул. Кислород, все, отлично. Сейчас затащим. Все, мы столясиком. Так, давай вот здесь вот подсними. Давай, ты можешь камеру на себя или нет? Да, могу камеру на себя. Давай. Вот я рядом встану вот, и на нас камеру. Мы с Толей тут готовы. Выживать. Смотри, вон идет Никита, вон он, я его вижу, смотри. Где, это кто там? О, привидение. Я его тоже вижу. Он исчез. Это чарокатица. Чарокатица исчез. Каракатица. Страшная, стрёмная. Что за звуки? Да он где-то тут, он исчез. А вон он, справа, Никита, смотри. Смотри. Чарокатица. Всем здорово, с вами Дима Масленников, и мы находимся в цепушке. Будем сегодня ловить призраков. Да. Там что-то упало, пойдемте быстрее, скорее, а то упустим призрака. А где выход? Где? Не туда, пошли туда. Туда пошли. Нам надо нормального прийти. Дима Масленников, я килька. О, вот он, черт. Снимай, лови его на фото. Я снимаю этого чертилу. Давай, он бежит, Толя. Так он исчезает. Ты что, испугался? Ты оператор или нет? Ну все. Пойдем, нормально. Это контент. Идем дальше, сейчас найдем кого-нибудь, давай. Я кого-то слышу. Стоп, а тут вот смотри. Иди сюда, Никит. Никита! Да, ты где? Да иди сюда, вот. Смотри, я тут что-то слышал. О, свет мигает. Это призраки по-любому. Не-не-не. Тихо. Снимай, Никит, он мне там. Мне кажется, кто-то идет, да? Да-да-да, кто-то топает. Подожди, это... Толя! Оно идет! Да кто идет? Толя, это чурка, какая-то чурка вот спереди. Толя, беги! Так нету ее. Это ты топаешь. Разве? Конечно. Да не, там был чертило какое-то. Пойдем сюда, не, пойдем дальше. Вот, Толя, а это что? Так это никого нету, ты че, тебя глючит. А какой череп? Вот. О, давай. Давай, селфи. Давай. Толя, селфи с черепом. Давай. Это давай. Сова, вот это сова. Опа. Сел, присел. А теперь хорошо. Вот так вот. А, сзади ты чё? Блядь! Свети на него, свети, Никита, свети. Моего друга убивают. Да ты свети фонариком на него. Фонариком посвети. Его убивают. Фонариком посвети! Всё, я потерял Толю! Фонариком посвети! Ты чё, он отстанет от меня, мартышка? Чтоб тебя сожрали! Ты не мог фонариком посветить? Вот и помер, да, Алян! Я тебя сожрал! Блядь, отъебись! Чурка! Ща Никитосика сожрут. Подсрёмная хуйня, Толь. Ты конечно, это видел? Не светил фонариком, Толя, чтобы он исчез. Видел. Толя почувствовал на своей шкуре. Я в следующий раз два фонарика возьму. Как у меня фонарик-то выпал? Странная какая-то. Оп, сейчас сожрут его. Что за хуй? Да стрёмно. Сейчас Никитосик сожрут. С нами снова я, Никита. Я потерял. Ладно. У меня пленка закончилась. Не успел договориться. О, боже.
как ты светил, нифига ты не светил. Я светил, камерой светил. Не камерой, а фонариком надо разотащить. Столясиком. Так, давай вот здесь вот подсними. Давай, ты можешь камеру на себя? Да, могу камеру на себя, вот такой я красивый. Давай. Вот я рядом встану и на нас камеру. Мы столей тут готовы выживать. Смотри, вон идет вон он, я его вижу, где, смотри. Кто там? Иди сюда. О, привидение. Это... Он исчез. Каракатица. Каракатица исчез. Каракатица. Страшно, стрёмно. Чё за звуки? Каракатица. Каракатица. Масленников, и мы находимся в психушке. Будем сегодня ловить призраков. Да. Снимай его. Снимай, лови его на фото ловушку. Я снимаю этого чертилу. Он бежит, давай, я Толя! Так он... Топ. Оно идет! Да кто идет? Это чурка, какая-то чурка вот спереди. Так это никого нету, ты чё, тебя глюч. Толя, селфи с черепом. Это сова, вот это сова. Опа. Сел, присел. Опа! Хорошо. А теперь вот так вот. И на него свети, Никита, свети! Моего друга убивают! Да ты свети фонариком на него! Фонариком посвети! Фонариком посвети! Я потерял Толю! Я больше его не увижу! Бедный Толя, помянем его! Да где выход? Где выход? С нами снова я, Никита. Видал, как надо снимать косарь 200 лайков? Я потерял. Ты, кстати, сохранить можешь. У тебя сохранится на компьютере видос. Да ладно тебе. А он прям полный сохранится или такой же? Да, он полностью, вот как вот это снимался, он так и сохранится. Ну, не обрезанный. В смысле, как не обрезанный? Ну, вот, на вот весь экран то, он будет. Ну да. Окей. Надеюсь, он запустится. Я потерял его! Да видишь, у нас справа снизу осталось 2 дня вот. Спать. Ты потому что надо было фонариком светить. Так я светил! Я светил! Последний день. Короче, смотри. План таков. Я беру камеру и тебя будут есть теперь. Надо заснять, как тебя сожрут. Рассказывай. Ну, бери камеру. Там, кстати, менюшка справа. Справа сверху там менюшка. На, это для камеры. Фонарик один. Зачем? То у тебя нет. У меня есть. Все, шопинг. Шопинг. Что за шопинг? Так, во-первых, мы медицинскую помощь покупаем, чтобы ты меня лечил. Вот это. В смысле, я тебя не буду. А, стоп, подожди, а какое менюшка справа есть? Потом у нас еще есть деньга. Я буду, короче, вот это включать. Всё. На правую клавишу. Беспилотник. Это... На правую клавишу это зум. Да, нет, колесико это зум. Опа. А это что такое? Это мне. Не, это. А я могу. Во, я могу, смотри, тебя обнимать. Подожди, на, вот, будешь включать бадабумы всякие. Да, я вот это пока что выложу, пускай тут будет. Ну, кинь, да. Ну и все. А это я буду. Ну все, погнали тогда. Фу, все, погнали. Ну все, каюк всем монстрам, я сейчас всех... А как ты на себя снимаешь? Там написано на камере. Ты камеру возьми в руки, справа сверху настройки там. Да. Я понял. Так, сейчас тихо. Итак, всем привет, всем это я, с вами Вузяка, там сзади непонятный человек, которого сегодня будут есть монстры на самом деле. Все, будет в качестве приманки, понеслась. Че, пойдем? Давай. Не светишь. Пойдем вниз, там более крутые монстры. Или пойдем вот здесь. Да, та разница-то какая? Тут тоже есть они на поверхности, но внизу круче. Ну пойдем, там нам надо больше косарей. Смотри, как надо! Иху! Итак, смертельный прыжок, высота просто. Сейчас, погодите, не видно. Короче, там темень. Сейчас будем прыгать, дамы и господа. У-ху-ху-ху-ху!
Пошли. Пойдем, пойдем. О, пошли прямо. Там кто-то есть. О, Толя, снимите помой. Давай, давай. Чекай. Опа. Нормально, нормально, пойдет, пойдет. Все, дальше пошли. Ты только выключай, а то вся пленка потратится. Я выключаю, выключаю. Толя, снимай! Опа, 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 это мешочник, мешочник. Дай ему пендаля, Никита, пендаля. Дамы и господа, мы встретили мешочника. Срочное включение. Пендаля, пендаля ему дай. Давай. Давай, давай. Он его ест, он нет, он его ест. О нет, он его живет. Нет, бля, пробел, пробел. Да, он его ест. Дамы и господа, моего друга только что ели в прямом эфире. Мешочник. Ладно, пойдем дальше. Он уже не... О-о-о. Пойдем дальше, он уже не интересен. Он не исчезает. Пошли дальше. Мешочника встретили. Как вы видели, мы только что встретили мешочника. Пойдем искать дальше новых призраков. Это был мешочник. Все, вы... Да, да, да. Выключай. На, на, Толь, помоги чё? Мне, похиль. Возьми это в руки. И чё? Нажми. Зажми. Хуг, а зажать левую или что? Левую, да, да. О, 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 давай мне обратно. Отпускай. Отпускай меня, Толь, отпускай. На. Мешочник идет. Пойдем, но мы его уже снимали, он уже не интересен. Дамы и господа, опасный трюк, будем пробегать мимо мешочника. О, вблизи, вблизи. А он это, забаговался, смотри. Смотри, Никита, он забаговался. О, брат его пришел! Его брат пришел! У нас пленка кончилась, погнали. Все, ой, обходим, третий, обходим. Третий пришел. Три брата-акробата. Обходим, обходим. Вези. А ты куда убежал, подожди. Оля, назад! Не боись, я Рембо. Не, ну как-то тут что-то не страшные монстры, я бы вообще... А это не все, это где-то примерно мы двоих нашли из 30, их намного больше. Ну да, они какие-то слабенькие, пойдем на корабль. Есть одни, за которых просмотров 500 накидывают, если ты их заснимешь. Конечно. Они очень жесткие. Конечно, засниму, а что нет? Оп. Ну а у нас пленка кончилась, все. На взлет, на взлет. Извлекается. Извлекается. Пойдем почекаем. Короче, вот. Итак, всем привет, всем. Это я, с вами Вузяка, там сзади непонятный человек, которого сегодня будут есть монстры на самом деле. Все, будет в качестве приманки, понеслась. Итак, смертельный прыжок, высота просто... Сейчас, погодите, не видно. Короче, там темень, сейчас будем прыгать, дамы и господа. Ха-ха-ха! Мисато написано, ха-ха, Мисато! Чекай! Опа! Нормально, нормально, пойдет, пойдет. Все. Оля, снимай! Опа, 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 это мешочник, мешочник! Дай ему пендаля, Никита, пендаля! Дамы и господа, мы встретили мешочника! Срочное включение! Пендаля, пендаля ему дай! Давай! Давай! Он его ест! Он нет, он его ест! О нет, он его ест! Нет! Бля, пробел! Пробел! Он его ест! Дамы и господа! Моего друга только что ели в прямом эфире! Мешочник! Ладно, пойдем! Он уже не.
Как вы видели, мы только что встретили мешочника. Пойдем искать дальше. Новых призраков. Это был мешочник. Все, вы... Да-да. Все. Мы не набрали, мы сейчас просто, да, умрем. Ну вот именно, Саваш заруинил. Ну ладно, сейчас новая начнется, какая разница.